Авария на перекрестке возле театра оперы и балета. Неудавшийся поворот привел к ДТП с участием двух автомобилей. Первым на будущем месте аварии оказался внедорожник Toyota Land Cruiser Prado. Водитель подъехал к перекрестку со стороны заезда на мост через бухту Золотой Рог. Рулевой иномарки планировал повернуть на Фастовскую и остановился, частично заехав за разметку на полосу встречного движения. Ну, вот, как обычно здесь, то есть символически высунулся и остановился. Значит, у оппонента было расстояние 20 метров, то есть впереди него не было машин. У меня, соответственно, слева тоже не было машин. То есть я постоял, и оппонент, он, получается, у него была возможность как объехать меня. Он, получается, вот ехал, не сворачивая в меня, и последний метр, вот буквально, наоборот, придавил газ. Слегка отличающуюся версию произошедшего высказал рулевой Toyota Brevis. По его словам, Prado в момент столкновения все же находился в движении. Он остановился, он стоял. Но в последний момент, то есть резко попытался проскочить, ну я так понимаю. И мне тормозного пути моего не хватило, чтобы затормозить, ну, что, собственно, и привело к аварии. В результате столкновения повреждения получили оба автомобиля, но в разной степени. Prado отделался помятым бампером, а Бревису повезло меньше. Помимо бампера, у Toyota пострадала оптика, капот и переднее крыло. О добровольной компенсации участникам аварии на месте договориться не удалось. Тут как ни крути, то есть по ПДД я должен был их уступить. Вот даже они и специально въехали. То есть я предлагал на месте, ну, как бы миром договориться на разумные суммы. Ими была озвучена позиция 150 тысяч наличными, мол, и мотивация такая, что нам, типа, невыгодно, что мы со страховой получим больше. Для принятия во внимание специалистами всех обстоятельств ДТП рулевой Toyota Prado сейчас надеется найти запись с какой-либо из установленных поблизости камер наружного наблюдения.